Разрушается еще один памятник архитектуры – доходный дом Дмитрия Тарасевича, 1912 года постройки. Усугубляет ситуацию в преддверии холодов разбитые окна в подъезде. Бунина, 17. Памятник архитектуры, как уже сказали, доходный дом Тарасевича. Горожане, проживающие в нем, очень ценят и берегут историческое здание, в отличие от местных управленцев. Как пишут одесситы в своем обращении на сайт Единого центра обращений граждан, сотрудники жилищно-коммунального сервиса «Партофранковский», на балансе которого находится дом, никогда ничего не ремонтируют. На сегодняшний день основная проблема – это аварийные, почти разрушенные окна в подъезде, из-за чего осенью и зимой очень холодно и сыро. Это приводит к замерзанию и повреждению раритетной старинной двери, которую, к слову, горожане тоже берегут. Даже написали от ее лица сообщение: «Мне 108 лет, пожалуйста, не хлопайте мной, ваша дверь». И порядок в доме поддерживают только своими силами. Если вы обратите внимание, то здесь очень чисто и ухожено. Однако есть проблемы, которые они не в состоянии решить самостоятельно. Трещина по фасаду и мощное проседание. Уже нет возможности открывать и закрывать окна. Зажало потолком и продолжает проседать. Несмотря на то, что задолженности перед жилищно-коммунальным сервисом у жителей нет, коммунальщики все равно ничего не делают. Поэтому, собственно говоря, горожане и решили обратиться за помощью на сайт 1535 с надеждой, что это поможет решить проблемы и как-то повлиять на работу коммунальщиков. Отметим, разбитые окна в парадных не только плохо влияют на внешнее состояние дома, но к тому же идет потеря тепла. Она может достигать 5-15% от суммарных потерь тепла дома в целом. А в наше время тепло довольно-таки дорогое удовольствие, чтобы вот так вот просто из-за халатности местных управленцев пренебрегать им. Стоит отметить, что в таком состоянии окна уже более 5 лет. Только представьте, сколько денег уходит на воздух. Очень надеемся, что местная власть все же обратит внимание на проблему и поможет сохранить тепло в доме.